Здравствуйте, это мой первый видеоотчет о дистанционном лечении в клинике БР Давид. Начну с того, что мой сын до года развивался абсолютно нормально, был нормальным ребенком, но после года он перестал реагировать на окружающих, перестал смотреть в глаза, перестал выполнять обычные просьбы, например, хлопать в ладоши. До 2 лет я надеялась, что все изменится, но этого не произошло. Неоднократно мы обращались к нетрадиционной медицине, успехов не было. Затем мы начали ходить по врачам, был поставлен неправильный диагноз, но впоследствии оказалось, что у нас расстройство аутистического спектра. И во время поисков полезной информации для сына я наткнулась на видео «Аутизм излечим», где одна из мам рассказывала, что Давид творит чудеса. И вот мы связались с Давидом. На данный момент у нас было уже 3 сеанса. Один из сеансов был посвящен мне, а последующий моему сыну. Вот во время первого сеанса я не почувствовала ничего необычного, но зато Давид почувствовал, что у меня проблемы со спиной. Я не знаю, как на таком расстоянии это можно сделать, но так оно было. И еще летом мой сын очень любил гулять на улице, во дворе. Бегал, радовался, но в последние месяцы он перестал проситься на улицу, перестал ходить на улице, просто ни шагу. Дома бегал, прыгал, а на улице ни шагу. Просился на руки и плакал. Но вот после первого сеанса, на следующий день, мы пошли гулять пешком. Он с удовольствием держал меня за руку. Впервые в жизни мой сын на улице держал меня за руку. Просто бальзам на душу. Спасибо Давиду. Затем он стал намного спокойнее. Теперь, например, ногти мы стрижем без истерики. Он меня не кусает, себя не кусает, волосы мои не тянет. Просто спокойно стрижем ногти. Остальное расскажу в следующем видео.